22 октября день рождения празднуют актер Дмитрий Власкин. Ему исполняется 31 год. Советскому и российскому актеру театра и кино Александру Демидову сегодня исполнилось 50 лет. Актриса Ася Дубровская отмечает свой 34-й день рождения. Советский, белорусский и российский актер Дмитрий Иосифов празднует сегодня 55-й день рождения. Киноактрисе Анне Кошмал сегодня исполнилось 26 лет. Сегодня 57 лет исполняется актеру театра и кино Сергею Маховикову. Актриса Любовь Руденко отмечает сегодня свой 61-й день рождения. Актеру Борису Эстрину сегодня исполнился 51 год. Также в этот день родились актер Виталий Линецкий, которого не стало 16 июля 2014 года. Ему было 42 года. Советский и российский актер театра и кино Спартак Мишулин. Его не стало 17 июля 2005 года. Актеру было 78 лет.